Здравствуйте, дорогие подписчики. Я решил выделиться от всех и делать новогоднее поздравление за работой. Вот, потому что для меня нету границы. Работа, праздник, она вот такая вот в ремешке. Что я вам хочу пожелать? Конечно, год был непростым, был очень тяжелым. Наверное, для всех, не только для меня. Но я буду сосредоточиваться на мою профессиональную деятельность. Хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не ошибались в выборе вашего пластического хирурга. И чтобы ваш пластический хирург не ошибся в выборе операции. Вы часто мне спрашиваете, бывают ли довольны, недовольны пациенты. А я говорю, конечно, бывают. Нужно много разных факторов. Но я хочу пожелать, чтобы вы всегда были довольны, чтобы всегда результат операции превзошло все ваши ожидания, чтобы всегда вы выходили достойно с наркоза, вы всегда получали качественную, хорошую реабилитацию, быстро реабилитировались, чтобы результат операции всегда вас радовал. И чтобы операция для вас не превращалась в какой-то тяжелый лечебный процесс. Ну что вам еще скажу? Будьте счастливы, будьте здоровы. И все, что вы выбираете, пускай это будет правильно. И все, что вы делаете, я уже, наверное, повторяюсь, надо завершать. Все, что вы делаете, пускай это вас радует. Я желаю вам много здоровья. Я желаю вам богатства, я желаю вам красоты, желаю вам счастья и поздравляю вас с наступающим новым 2023 годом. Пускай будущий год будет лучше, чем прошлый, насколько это возможно. Я вас очень уважаю, дорогие мои, люблю вас, в вас вкладываю всю мою энергетику, мое умение. Надеюсь, что вы это увидите, цените и понимаете. С наступающим Новым годом!